соответственно, существует ограничение для перехода на данную систему налогообложения. Объем годовых доходов не должен превышать 200 миллионов рублей. Среднесписочная численность предприятия не должна превышать 130 человек. Для юридических лиц остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 миллионов рублей. Также для организации существует ограничение, что они не должны иметь филиалы и обособленные подразделения.